Аул Дюсетай находится в 130 километрах от Омска. Сотня километров по хорошей современной трассе. А вот участок дороги от районного центра Москаленки длиною в 30 километров можно назвать полосой препятствий. Сплошные ухабы и рытвины. Еще 15 километров надо преодолеть по проселочной дороге. Здесь только в сухую погоду проехать можно. И вот он, аул Дюсетай. Хотя правильнее будет сказать – то, что от него осталось. В 1925 году в ауле числилось 16 домов, в которых проживало 72 человека. Во все времена для жителей аула Дюсетай было две больших проблемы – дорога и водоснабжение. Питьевую воду привозили из соседнего села Татьяновка. Но привыкли люди к такому укладу, жили и не жаловались. Была в ауле и школа, и магазин, и крупная животноводческая ферма. Насчитывалось 66 дворов. По соседству с казахами жили и русские семьи. Основное же население аула были потомками казахского рода, который перекочевал сюда из кокчетавских степей. Дюсетай. Тай в переводе с казахского означает «годовалый жеребенок», «стригун», «стригунок». Тай от балса, от тынар, ул ержеце, атта тынар. Стригун, став жеребцом, дает отдых коню. Сын, став взрослым, дает отдых отцу. Эту пословицу знает, пожалуй, каждый уважающий себя казах, потому как по законам этого народа сын всегда должен заботиться о престарелом отце. Так и последнего коренного жителя аула Жексибая Бесимбаева забрал к себе сын. Старик жил здесь до последнего, даже когда в 2000-х его дом по улице Центральная, 2, остался единственным в ауле. Рахматжан Хусаинов родился и вырос в соседнем селе Новоцарицыно. С этим аулом его связывают детские воспоминания. Мальчишками часто приезжали сюда на велосипедах и гоняли футбольный мяч на огромном поле. Но больше всего радовались, когда местный пастух разрешал прокатиться на лошади. С тех пор и поселилась в душе Рахматжана любовь к этим животным. После школы пошел работать в совхоз Селивановский. 29 лет трудился там старшим конюхом, пока не развалилось хозяйство. В начале 2000-х всем жилось нелегко. Кто-то опустил руки, но Рахматжан выход нашел. Завел на подворье скотину. Дело пошло. Но беды и неприятности одна за одной преследовали семью. Пожары, падеж скота, нелепые наговоры. Удивляется Рахматжан, откуда взялось столько завистников и недоброжелателей. Но он снова выиграл бой и вышел победителем. Идея заняться хозяйством, она пришла, когда мы остались без работы. Это был 2009 год, когда хозяйство наше развалили, распродали. А мы, кроме как животными, ничем не занимались на тот момент. И вот с этого и началась семья. А всех надо же содержать, одевать, кормить, учить. Вот и начали работать. А как получилось так, что вот именно в ауле Дюсетай теперь находится ваше хозяйство? И вы здесь единственный житель, который здесь прописан? Да, это дело случая. Не было под счастье, да несчастье помогало. Когда в 2009 году мне спалили сено, и я просто чисто случайно заехал сюда и с этим Бесимбаев, дедом, поразговаривал, и он тот день, тот год он уезжал, и я у него купил этот дом и остался здесь. Угу. То есть вы под впечатлениями, да, просто ехали и вот оказались, да, по случаю здесь. Ирония судьбы, стечение обстоятельств или счастливая случайность. Называй как хочешь, но через много лет он снова оказался здесь, можно сказать, в чистом поле, и начал с чистого листа писать новую историю аула Дюсетай.
вы когда сюда приехали, здесь был вот один вот этот дом, да? Построек не было, то есть вам пришлось, как говорится, начинать все с нуля самому, да? Да, все мы сами тут уже строили. Все сами. Ну, а вообще своими силами, да? А кто в вашей команде сегодня, вот, кто ваша сила? Ну, мы вот, Александр Яковлевич Коновалов у нас, дедушка, и он, Фишер Сергей Владимирович. Мы с самого начала вместе работаем. Они одна команда, одна семья. Здесь нет субординации в отношениях и строгих рамок общения. Своего хозяина рабочие называют просто Роман. В них он уверен, не подведут, не предадут. Мастеровые, говорит, у меня ребята, трудяги. Любая работа им по плечу. А это только добавляет сил и веры, что не зря все затеял, по правильному пути пошел. Роман, скажите, ну вот работать на земле, это вот призвание, наверное, человека, да, должно быть? Это вот не какая-то вот принудиловка должна быть? Да это нет, не... конечно. Как вот вы расцениваете, вот что для вас занятие, вот что для вас значит ваше хозяйство? Для меня, мое хозяйство, это значит для меня все. Это же, ну как вам сказать? Смысл жизни, любовь к животным, да, смысл к жизни. Мы же это с детских лет к этому приучены. Другого я не умею. На вахту бы я, например, никогда в жизни не поехал бы. Я и на тракторе научился ездить, когда уже хозяйством начал заниматься. А так я и на тракторе не ездил. Ну, на машине ездил, а на тракторе не ездил. А сейчас я и на тракторе могу, и на комбайне, если надо, поеду. Эти места какие-то необыкновенные, говорит Роман. Не раз подмечал он интересные природные явления. То тучи сойдутся в какой-то образ, словно предупреждая его о чем-то, то ветер загудит, словно бурча и нервничая. Признается, даже весенняя серость с огромными лужами по-своему хороша. В них отражается чистое голубое небо. Ну, здесь вы, наверное, проводите весь свой день, да, вот с утра, наверное, и допоздна. Да. Вот смотрите, простор кругом, птицы поют, тут множество различных, прям переголосье какое-то, да. Как вы себя здесь ощущаете? Мы здесь себя очень хорошо чувствуем, ощущаем, потому что здесь тишина. Ну, сейчас вот движение есть, а летом там прямая дорога, вот с Татьянок, и здесь практически никто не ездит. Мы здесь только сами. Ну, и воздух здесь, конечно, вообще другой. Несмотря на то, что в ауле сегодня прописан только один человек, здесь есть электричество, питьевая вода, правда, привозная. Для водопоя скотины есть котлован. Только вот состояние дороги до ближайшего села зависит от погоды. А за дорогой кто следит, Роман, сюда? Вот? А это Дорстрой москаленский. Угу. Ну, в Распутицу, наверное, не проехать? Нет, только вон УАЗик, Нива, другие машины здесь не ходят. Ну, в крайнем случае, у вас лошади есть. Да, ну, на лошади на тракторе ездим, когда сильно. А так, надо с дорогой нормально, с дорогу все очистят. Угу. Это в 2012 году, когда метель была, мы 9 дней здесь безвылазно сидели. Нас никто не мог откопать. Тут снега такие были. Я когда начинал работать, я вообще здесь годами жил. Не бросишь же, не уедешь. Все, ну сейчас как бы более-менее все наладилось. И... А когда в 2009-м перевез сюда свое хозяйство, 8 коров до 500 овец, такого энтузиазма не наблюдалось. Зато сейчас душа радуется и надежда есть, что заимка Хусаиновых еще долго будет жить. Роман, а есть кому продолжить будет ваше дело? Кто сегодня вот из ваших девчонок увлечен, вот кто уже проявляет прям интерес такой и хозяйскую какую-то хватку? Ну, это младшая у меня, Айнура. Как бы может с животными общаться, она не брезгует, не боится их. Это вот самое такое, она любит это дело. Ну, а вы считаете, вот вам от кого вот эта жилка хозяйская перешла? Из родителей, вот может быть, отец? Отец щебаном был, мать телятницей была. Ну, всегда помогал и матери, и отцу. Да я сколько помню себе, столько и работаю. Угу. Мне 5 лет было, я уже после обеда мог
150 голов скота пасти в свое время. А сейчас уже десятикласснику, наверное, не доверишь это. То есть сегодня вот эти вот у молодежи ушли уже, да, вот какие-то вот, вот эти вот хватка, вот это не, вот понятие? Не, молодежь вообще к сельскому хозяйству относится, как бы так. Никто же не хочет с коровами работать. Это же очень тяжелый труд. Привет труженикам кино! Александр Яковлевич, или как его тут все называют, дедушка, общение с животными считает самым полезным занятием. С детства пас он деревенское стадо, так что опыт в этом деле у него большой. Иметь такого колоритного пастуха в своем хозяйстве – мечта любого фермера. Трудолюбивый, ответственный, балагур и весельчак, за словом в карман не полезет. Обнимать? Не надо. Я думал, обнимать надо. И не только острым словцом да шуточками берет. Человек он просто уникальный. Перечислять то, что умеет делать этот мужчина, не хватит пальцев. Даже к строительству Усть-Илимской ГЭС приложил руку. Специалист на все руки. Каменщик, плотник, скотник, конюх, механизатор, сварщик. Все, и все устраивает. Все умеете? Все умеем, а как же? А вообще откуда родом-то вы? О, мы тутошние. Тутошние, да? Новоцарицынские. А как вот вообще это место вам нравится? Ой, превосходно. 5 часов утра встаем, 12 ложимся, и спать неохота. Свежий воздух, рыбалка, все хорошо. А вы вот, смотрю, пешком, не на коне. Хождение – это жизнь. А по сколько километров-то в день нахаживаете примерно? А нету, прошу, чтобы этот спидометр, как этот, какой? Шагометр. Никто не может достать, брату заказал в Челябинск, не могут достать. Ну на сколько примерно километров вот уходите отсюда, с этого места? Сейчас можно и километр на 5, на 6 уйти, далеко можно уйти. То есть вы вот пешочком вот следите за тарой? Конечно. А вообще трудно это дело? Вот как-то вы, какие-то секреты есть с ними, вот общение? Ну разговаривать надо со скотиной, с любой. Ну как, хоть рогатый, хоть потихоньку и все. На попечении Александра Яковлевича более 200 овец. В основном животные эдельбаевской породы. Завез ее Рахмаджан из Волгоградской области. Они относятся к так называемым курдючным овцам, то есть обладают курдюком, отложением жира возле хвоста. Эдельбаевские овцы камолые, не имеют рогов. Одно из преимуществ – крупная масса тела. Вес взрослого барана достигает до 110 килограммов. Шапочка, смотрю-то, у вас прям вся такая. Может быть, она что-то имеет? Это шапочка такая у меня уже. 9 человек в ней померло, а я десятый буду. Она тут и горела. Горела, да. Вот я когда помру, тогда ее выкину. Она, наверное, какую-то имеет, имеет защиту, да, оберег, силу, наверное, да, какой-то, правда? Имеет. Правильно, да. А чем вообще вот занимаетесь? Смотрю, в сумочке у вас там книжки. Книжки читаем, много читаем. Баранам даже вслух читаем. И что вы им читаете? А вот это... Петровка 38. Да, это кончим мне много книг, так что... То есть читаете на свежем воздухе? Обязательно, хорошо. И без очков? Очки не надо пока. А еще что там в сумочке? А хлеб, кусок хлеба, кусок сала, шмат сала. Пузырек не беру с собой. Здоровый образ? Здоровый образ жизни. Хорошо. То есть хлеб да сало, да на свежем воздухе. Ой, хорошо, если еще поджарить на костре. Вкуснее ничего нет. А что еще вот в лесу, вот когда вот грибы да ягоды, наверное? Землянику собираем много. Грибы собираем, пакет, карман ложим, полный набираем, несем. Лучше вас, наверное, места никто не знает. Ну, здесь-то я все места знаю, да. Каждый околочек знает. Конечно, ну, я лажу здесь. Брынды, как Рустембаеву козу по Забайкалу. А так все ништяк. В хозяйстве Рахмаджана Хусаинова Александр с самого первого дня образования, уже 9 лет. И хотя уже имеет право на заслуженный отдых, превращаться в пенсионера не торопится. Говорит, еще повоюем. Ну не могу я хоть на пенсии, не могу я без работы. Работать надо, если не будешь работать, помрешь.
Вот что, ну сел на диван и все возле телевизора уставился, а что там? Вы, наверное, дисциплинированный, раз вас ценят здесь и ответственный. Ну, раз, наверное, пока косяков нету таких, ну, живем. То есть на жизнь вы не обижаетесь? Ну, какой, зачем обижаться на жизнь? Жизнь всегда хороша должна быть. Угу. А есть в запасе у вас какие-нибудь там шутки, прибаутки, которые именно только вам свойственны, по которым узнают, что это Александр Яковлевич сказал? Ну, если скажу, Дарданеллу мать и все. Но это вовсе не ругательное выражение, а всего лишь географическое название пролива между Европой и Азией. А вообще здесь целая живая энциклопедия животного мира. На ферме есть представители еще нескольких стран – Японии, Индии, Франции. Эту миниатюрную пятнистую буренку здесь считают священной, так как она очень похожа на индийскую корову зебу. Ну а это модница из Франции, мясная порода лимузин. Александр Яковлевич пожертвовал своим обеденным перерывом и провел для нас очень занимательную экскурсию. И гладкие коровочки, хорошие. Тьфу-тьфу, через плечо сплете, нельзя. Вы ее прям зебу назвали? Да, нельзя ее это... Не глазливые? Мы не глазливые, нет. Ну. Мы уже же ноги же коров смотрим, они все хорошие. Потому что хозяин ухаживает. Так, стыдно, блестят все, да? Ну, а что они не будут блестеть? Вот два пальца жир на ней. А что? Вы уже где-то яйцо раздобыли? Там взял, курица положила. Сырые, наверное. Это Наташка. А почему Наташка? Ну, потому что Наташка. А кто назвал Наташку? Мы назвали. Ну, сейчас собрание провели, назвали Наталья. Ну почему-то же Наталья? Да. А что у нее рога такие? Вот такие, потому что рога у нее, раз она Наташка. Была не Наташка, рога были прямые. А, вот. Вот это вертолет у нас. А почему? Она разворачивается только в левую сторону. Правда? Да. Вот сейчас отвяжи ее, она только влево будет. Здесь привязана, обязательно влево будет. Никогда ни разу в жизни не видел, чтобы она... право развернулось. Ничего себе. А вот той очень большие глаза, смотрите. Да, это пучеглазая корова. Хозяин такой был. С большими глазами? Ну, хозяйка вернее. А есть, которая вот, ну, как сказать, ну, не то чтобы вредная такая, не есть, непослушная. Есть. Вот она, пожалуйста, японка. А почему японка? А ее, если пока не спутаешь, за все четыре ноги не подоешь. А это гордость Рахмаджана – Гаити, орловская, чистокровная. Ей 9 лет. Недавно появился на свет вот этот красавец. Это помещение – так называемый детский сад. Здесь находятся малыши – ягнята, телята, жеребята. Ну а курицы да петухи гуляют, где им вздумается, чувствуют себя хозяевами. А вот буренки заметно волнуются при виде камеры, но быстро привыкают и даже начинают позировать. Время обеденной дойки коровы чувствуют. По их поведению можно часы сверять. В 12:30 Сергей Фишер подключает аппараты. В хозяйстве он трудится с момента его создания – 9 лет. Репутация у парня хорошая. Еще со времен бывшего совхоза они знакомы. Рахмаджан сразу приметил его и пригласил к себе дойером. Вы сразу согласились? Как вообще начали работать? Получалось ли сразу? Не, сразу-то не получалось, конечно, пока не привыкнешь. Надо скотине каждый же привыкнуть. У каждого свой характер туда-сюда. Ну ничего, нормально. Привык. Ну, сейчас пока мы 32 их доим у нас. Ну, еще должны еще отелиться. А у вас есть какой-то свой особый подход к коровкам? Свой секрет? Ну, конечно. А секрет я не выдаю. Часть молока уходит на выпойку телятам. Целый месяц поддерживают. Ведь малышам надо окрепнуть, привыкнуть к новому месту. К
тому же отъем от матери для маленького животного – сильный стресс. Остальное молоко идет в танкохладитель. В сутки буренки дают почти 400 литров молока. Когда выйдут в поле, удои заметно повысятся. Сегодня молоко для фермера – живые деньги. Отдаем сыроделу, молоко сдаем, у них свой молоковоз, водитель свой. И они у нас его приезжают, мы в танке охлаждаем его. И через два дня на третий он забирает. У нас как раз танк наполняется в это время. Насос стоит, выкачиваем. Все это перед тем, как заливать, все это цедится на два раза. И меряем флягами, молокомером остатки все. Каким сортом молочко у вас сегодня? Да у нас первый сорт всегда молока. Ну просто цена на молоко такая на сегодняшний день. По 12 рублей за литр отдавать приходится. Но даже при таком раскладе в год набегает неплохая сумма. Молоко у коровы на языке, так что кормят животных в волю. В кормушках полно душистого сена, даже не успевают съедать. Разбаловали мы их, шутит хозяин. В нашей местности, как у нас, с нашими кормами, самая хорошая корова, я считаю, что это... На сегодняшний день наша красная степная порода. Ее уже мало где осталось, сейчас все и бросились на этих чернопестрых, галштины всякие. Ну, красная степная, она неприхотлива, она и молока дает хорошо, и телят хороших приносят они, крупных. Хорошая кормовая база, генетика и условия содержания – три кита успеха в животноводстве. Рахматжан Хусаинов за годы ведения хозяйства многое перепробовал. Учился и на своих ошибках, перенимал опыт у других. Вот это помещение построено его руками, дедовским методом и простыми материалами. Зато тепло, сухо и не так накладно. Экономить и считать копейку здесь привыкли, иначе не видать успеха, говорит Рахматжан, если на широкую ногу будешь жить. Поэтому прежде чем что-то купить, сначала 100 раз прикинут, нельзя ли народной смекалкой дело выиграть. К примеру, для хранения кормов не потребовался дорогостоящий ангар. Оборудовали для этого вот такую огромную бочку, дешево и сердито. Сегодня в хозяйстве Хусаиновых 80 голов крупного рогатого скота, из них 43 дойное стадо, 2 сотни овец, 2 десятка лошадей, куры и недоутки. На лето берут 1 сотню гусей, им здесь раздолье. Чтобы прокормить такое хозяйство, уходит 550 тюков сена, по 300 килограммов каждый, столько же соломы. В марте покупают силос, витамины животным весной просто необходимы. Из ячменя, овса и пшеницы готовят комбикорм. Есть своя дробилка и 120 гектаров земли. В прошлом году убрали 120 тонн ячменя, 60 тонн овса и 40 тонн пшеницы. Этого хватает на весь сезон. Сейчас готовят технику к посевной. В арсенале есть все необходимое. МТЗ-80, МТЗ-82, ДТ-75, 2 комбайна, все прицепные орудия. Конечно, лучше бы все обновлять, если финансы позволяют. А так мы больше ремонтируем старую. Старая техника, она есть старая техника. Она если день работает, два работает, 2-3 дня ремонтировать надо. В 2004-м Хусаиновы получили грант 1,5 миллиона рублей, купили трактор, погрузчик и танк-охладитель для молока. Через год планируют снова подать заявку. Как семейная ферма, у них есть шанс получить 10 миллионов рублей. А пока они заложники банков. Почти 30 тысяч рублей ежемесячно составляют платежи по кредитам. Надежда только на себя. Ну и перейдешь уже на последний крайний случай, идешь в банк, просишь кредит. Ну пока кредитная история хорошая, кредиты дают. Ну вот так вот. 10 лет кредиток сидим уже.
Планов у Рахмаджана много. С наступлением тепла начнут строительство загона для овец. Уже закупили строительные материалы. Стадо скоро выйдет в поле, так что времени будет побольше и рабочие руки появятся. Овцам помещение настроить, так называемую кошару. Они еще увеличат поголовье. Вот. На стрижку людей не нанимаем, мы с супругой сами обстрижем их в течение, наверное, месяца. Но ни разу, ни одной секунды не пожалел, что стал фермером. Как бы ни было трудно, уверен, что даже один в поле воин. Это дело моей жизни. Я ж без этого не могу. Надо, чтобы скот был накормленный. Все сделано, тогда и спишь спокойно. А так, если даже скот не накормленный, даже и спать не сможешь, тогда зачем его держать, этот скот? Ну, а лошади – это для души. Просто смотреть на них – уже удовольствие, не говоря о поездке верхом, говорит Рахмаджан. Не может представить он свое хозяйство без этих грациозных животных. Все детство с ними провели, и юность, и вот взрослую жизнь. Без лошади как? Казах без лошади, как птица без крыльев, да? Вот. Ну, лошади еще, когда с Новоцарицына сюда перебирался, были. И здесь маленько добавились они. Так, лошадей много не держим, но в основном так, для души. Вот то, что понравится, оставляем себе. Ну, на одном, на двух ездим. Одна из них – любимица младшей дочери Айнуры. Ей всего 11 лет, а она уже ездит верхом. У Хусаиновых 5 дочерей, 4 старших живут и работают в Омске. В этом году супруги отметят серебряную свадьбу. Айслу – правая рука главы семейства, деловой партнер, а еще любящая мама, заботливая жена и отличная хозяйка. Я стараюсь его покормить. Но он любит такое. У нас называется это бешбармак, салманан. Он любит тесто. Вот у нас раскатывается оно тонко. Тесто делается тугое, и вот я раскатываю его. Такое получается. На Айслу все домашние дела, плюс документация по ведению хозяйства. Литры, килограммы, тонны. Она должна быть в курсе всего, что происходит на ферме. Корова у нас еще не отселилась, еще должна быть. Нет, еще 3 коровы осталось. Натерятся, люди доят, работают, что мешать им. Пусть дедушка, он интервью давал хорошее, всех рассмешил. Александр Яковлевич. Александр Яковлевич, да. Айнура мечтает стать ветеринарным врачом и лечить животных на своей ферме. Уже вникает во все дела и даже предлагает свои идеи. «Вся надежда на нее», – говорит Рахмаджан. «Хочется, чтобы дело семейное она продолжила». Я с папой ездила туда, на ферму. Я там научилась кататься на коне верхом. Играю со собаками. Рахмаджан счастлив и горд, что у него сегодня есть дружная семья. Любимое дело, которое приносит достаток, что может позволить дочери выбрать самое красивое платье, что есть возможность накрыть богатый дастархан для любого, кто придет в их дом. Об одном только он всегда просит Всевышнего, чтобы дал сил, здоровья и терпения ему, родным и близким. И наверняка ему зачтется, что в прямом смысле слова он спас аул от гибели. Давно бы заросло это место бурьяном вместе с памятью о предках. Все большие семьи, только многодетные, только в деревнях были. В городах-то не было таких семей больших. А деревню сегодня никто поднимать не будет, да? Вот я уеду отсюда когда-нибудь, и все, и здесь там может заглохнуть. И не будет на карте, уберут его. И больше ничего здесь не останется. Имя Рахмаджан в переводе с казахского означает «спасибо, душа». Совпадение это или судьба? Ведь в тот день, 9 лет назад, Рахмаджан условно внутренний голос подсказал поехать сюда. И вот он здесь и теперь. И пока живет и работает этот человек, аул Дюсетай с карты не исчезнет.